Не так давно отгремели выпускные, а Красноармейская школа номер 3 уже вовсю готовится к новому учебному году. Сейчас здесь проводят капитальный ремонт. Его и учителя, и ученики ждали очень давно. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов держит ситуацию на особом контроле. У нас остается по двум этажам, третьем, втором этаже – это потолок, линолеум и покраска, и двери. Сейчас здесь укладывают плитку. Краска, линолеум и приборы освещения заказаны. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу потолков и к обновлению цвета стен. Идет процесс замены коммуникаций, монтаж вентилируемого фасада. На объекте трудится около 40 человек. Подрядчик идет достаточно хорошим темпом. Мы не идем впереди графика, но работаем четко, срок в срок. И пока я не вижу никаких причин, которые бы смогли привести к тому, что мы сможем сорвать сроки ввода в эксплуатацию этого объекта. Про благоустройство территории тоже не забудут. Спилят сухие деревья, обустроят футбольные и баскетбольные поля и установят тренажеры для занятий детей на открытом воздухе. Фасад самого здания сейчас готов на 50%. Подсистема полностью смонтирована, готова. Утеплитель смонтирован на 90%, и металлокассета смонтирована у нас порядка 45%. Вот сейчас за мной можно видеть часть фасада, соответственно, так фасад будет выглядеть. Все в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Сейчас процент готовности здания 56%. Сдать школу планируют до 1 сентября. Екатерина Дубровина, Галина Тарасова, Фарид Галиев и Анна Белова. Новости Большого округа.